Уважаемые коллеги, добрый день. Меня зовут Всеволод. Я представляю программу «Бизнес-наставники», менторская программа, которая реализуется при поддержке фонда Google.org, агентства стратегических инициатив и фонда «Иносоциум». Сегодня мы подготовили для участников программы «Бизнес-наставники» встречу с людьми, которые не понаслышке знают, что такое кризис, и могут много нам о нем рассказать. Сегодня на нашей встрече мы приветствуем Дарью Сунцову, руководителя национальной премии «Бизнес-успех», генеральный директор компании «Территория бизнеса», член правления «Опоры России», и Артем Артемьев, основатель компании «Iron King» и «Уральская гирь». Коллеги, сегодня мы попытаемся поговорить о кризисе. Надеюсь, всем эта встреча будет максимально полезна. Все, как в восточной традиции, поймут, что кризис – это не только проблема, но и новая возможность. Я передаю слово Дарье Сунцовой. Она расскажет о своей книге, которая называется «Никогда не сдавайся. Антикризисные стратегии российских предпринимателей». Спасибо. Спасибо, Всеволод. Здравствуйте, коллеги, дорогие друзья. Есть ли у нас какая-то обратная связь по поводу того, что все хорошо со звуком, с видео, можно переходить. Я вижу, что сейчас участники подключаются. Да, да. Ну, если что, я могу и повторить какие-то важные моменты. Вот по поводу книги я бы хотела на самом деле рассказать не столько про сам этот сборник антикризисных стратегий, сколько про тот огромный массив знаний и практик антикризисного управления именно малым и средним бизнесом в России, который я изучаю последние 10 лет. Не знаю, как нам устроить обратную связь. Наверное, нужно писать в чате, да? Если писать в чате, то мы можем видеть от вас и негодующие сообщения про то, что нет связи, вам ничего не слышно, или наоборот, что все слышно, и можно переходить к содержательной части нашего сегодняшнего вебинара, и вопросы какие-то, может быть, свои комментарии, советы друг другу по поводу того, как справиться со сложностями в бизнесе, ну и сейчас, ну и вообще, когда у нас было легко заниматься бизнесом в России. Да, у нас есть некоторые объявления в чате от организаторов, мы тоже их внимательно читаем, но я стараюсь обращать внимание и на обратную связь от слушателей. Вот мне написал плюсик Ширьян, спасибо большое, мне стало гораздо спокойнее. Если хотя бы вы меня слышите, то я с удовольствием поделюсь с вами своим опытом и какими-то своими, ну, как сказать, не то что советами, да, а вариантами поведения разных успешных предпринимателей в это сложное время. Немного предыстории, и если вы позволите, то я бы сопровождала картинками. Все-таки есть ощущение, что с картинками идет веселее. Вот у меня есть презентация про антикризисные стратегии российских предпринимателей. Напомню, что я сама являюсь предпринимателем, уже несколько лет развиваю свой бизнес и являюсь руководителем оргкомитета национальной премии «Бизнес-успех». Это совместный проект общественной организации «Опоры России», агентства стратегических инициатив, корпорации по развитию МСП, и который направлен на то, чтобы про предпринимателей знали больше хорошего. Не могу не поделиться своими личными ощущениями после выхода книги. Конечно же, я, как такой адепт малого бизнеса в России, написала этот сборник с огромной любовью, восхищением и уважением ко всем людям, ну, в том числе и вам, которые занимаются предпринимательством в России. Огромное количество отзывов в интернете было связано с такой вот проблемой. Все-таки не очень хорошо у нас в большинстве своем относятся к предпринимательству, хотя я убеждена, что создавать что-то с нуля, давать работу, делать какие-то полезные вещи для клиентов – это не только достойное и сложное дело, но это дело, которое
действительно должно вызывать уважение окружающих. А вот премия «Бизнес-успех» — это про популяризацию бизнеса, и в названии есть такое слово «успех», да, есть ощущение, что здесь только про хорошие новости, и это правда, мы рассказываем про те проекты, которые хорошо получались, которые выходили на экспортный уровень, которые начинались с нуля и завоевывали какие-то лидерства в своей нише. Но вместе с тем, за 10 лет развития мы узнали огромное количество, ну вот такой изнанки со стороны малого бизнеса в России. И понятно, что этот вот успешный успех – это, ну, только одна сторона. Есть еще много других сторон у того, чтобы заниматься предпринимательством. И кризис – это одна из таких неотъемлемых этапов, один из неотъемлемых этапов развития любой компании малого и среднего бизнеса. Более 10 лет мы занимаемся этим, почти 70 тысяч историй, ну, реальных, настоящих историй про предпринимателей в России мы слышали, и в этом году я решила, что это должно помогать не только мне, конечно, развивать свой бизнес, когда ты чувствуешь вот поддержку такого огромного количества единомышленников, когда ты понимаешь, что, ну да, всем сейчас тяжело, и это такое сложное время, ну вот можно там сесть и опустить руки, а можно посмотреть, как делают другие, и понять, что, в общем-то, вариант или развитие есть. И в 2020 году я подумала, что мы не можем не поделиться этим опытом наших лидеров премии, успешных предпринимателей, членов попечительского совета премии, потому что он может быть полезен. Не только с точки зрения каких-то, знаете, вот, ну, реальных советов, работающих стратегий и вот волшебной таблетки, делайте так же, как Федор Овчинников из компании «Дода», который делится своим опытом, и у вас все получится. Я думаю, что нет. Есть разные стратегии, есть разные варианты поведения в сложной ситуации. Но вот с чем мне действительно кажется важным поделиться, и в этом сборнике, и сегодня, на нашей такой короткой встрече, это вот настроением настоящих предпринимателей, которое, ну, лично мне очень помогает. И оно, да, оно стало названием книги «Никогда не сдавайся». Вот это ощущение, что бывают разные времена, и, конечно же, у всех бывают разные сложности в развитии бизнеса, но думать про большую цель, понимать, что это один из неотъемлемых этапов развития, и в любом случае двигаться вперед, потому что вот нет другого выбора. Да, это мне кажется очень важным, и именно поэтому вот говорят, что помогает сила сообщества. Здорово, что в этом проекте «Бизнес-наставники» есть возможность, ну, не только там какого-то индивидуального обучения, но и делиться друг с другом своими какими-то наработками, эмоциями, интересом к развитию проекта, чтобы достигать большего. Ну, про 2020 год многие говорили разные слова. Да, многим 21-й год кажется еще сложнее. Если говорить цензурно, один из наших героев сборника сравнил с цунами, когда непонятно, что делать. Вот ситуация, когда непонятно, что делать, ну, непонятно, какие действия должны привести к хорошим результатам, какие нет, и, наверное, никто вам не скажет, да, вот ну, что надо делать сейчас, или надо было делать полгода назад, или что нас ждет через 3 месяца. Важно, чтобы было больше вариантов. Вот из вариантов, которых выбирает любой человек, чтобы это было, ну, так, такой инструментарий принятия решения, расширять. И экспертами нашего сборника, ну и вообще на наших программах, выступают основатели успешных компаний, например, Теремок Михаил Гончаров или Федор Овчинников, компания «Додо Пицца», или Рубен Альбертович Рутюнян, президент Дома моды «Хендерсон». И это удивительно, что у разных
успешных людей, которые построили одинаково большой, красивый, устойчивый бизнес, по многим вопросам антикризисных стратегий мнения разошлись просто диаметрально противоположно. И мне кажется, что это один из таких хороших аргументов, чтобы знать больше разных вариантов. Ну вот как думают и что делают люди, у которых получалось пройти там и кризис 2008, и кризис 2014 года, и построить действительно там компанию с 20-летней историей устойчивого развития. Поэтому, да, можно по-разному. Ну, можно по-разному, и по многим моментам у людей действительно противоположные мнения. Например, руководители компании Конико, если вы знаете, такая сеть обувных магазинов для женщин, у них сотни магазинов по России, довольно серьезный оборот. Кстати, ее руководитель, господин Леопола, рассказывал в своем интервью, которое вошло в сборник, про то, что этот кризис показал, с одной стороны, конечно, там есть сложности, есть разные настроения среди предпринимателей, но показал то, что российский бизнес все-таки более подготовлен к кризисам. Потому что для многих его европейских партнеров ситуация, которая сложилась в связи с коронавирусом, она впервые такое серьезное форс-мажорное обстоятельство для российских предпринимателей. Но это же не впервые, да, все мы с вами пережили там 2014 год, там многие помнят еще историю 98 года. Ну, то есть, ощущение, что что-то может пойти не так, оно уже не выбивает из колеи настолько, как в первый раз. И он говорит, что да, сейчас лучшее время, чтобы закрыть бизнес. Ну, вот именно сейчас лучшее время, чтобы там договориться, вас поймут и сотрудники, и поставщики, и контрагенты, и партнеры, и, наверное, не будет такого более адекватного оправдания за закрытие бизнеса в ближайшее время, когда, правда, все валится, да, и это действительно такая объективная сложность, и можно без ущерба репутационного какого-то закрыть какой-то свой бывший бизнес, да, но и сейчас лучшее время, чтобы открыть бизнес, потому что есть свободные ниши, есть там много разорившихся компаний и так далее. Я подумала, что это очень такая показательная вещь, что один и тот же момент можно рассматривать по-разному. Кстати, один из героев интервью в сборнике антикризисных стратегий сказал, что если ему еще раз кто-нибудь скажет, что кризис – это время возможностей, то он не готов гарантировать, что не будет заниматься рукоприкладством. Ну, то есть иногда, когда говорят про эти сложности, что там расхожими фразами, что ищите хорошие варианты из каждого кризиса, хочется просто стукнуть по голове и подумать, что человек никогда не был на нашем месте. Это сложно, да. Посмотреть, как действуют разные люди, это иногда бывает не только для сохранения психического здоровья, да, понять, что это нормальная ситуация, что это так и было, так будет, и многие люди переживают эту историю с прибылью, но и увеличить количество инструментария для принятия решения в своей голове тоже иногда бывает полезно. Кстати, да, по поводу сборника должна сказать, что у нас есть намерение, у нас есть один сборник, один экземпляр, который мы планировали сегодня подарить. Я коротко буквально рассказываю, но некоторым людям не нравится, когда не нравится информация в пересказе. Да? Хочется сделать свои выводы на основе первоисточника. Ну вот, собственно, напечатанные интервью, напечатанные первоисточники, которые стали небольшой книжечкой, сборником, выпущенным в издательстве Alpina Publisher в конце прошлого года. Кстати, он стал бестселлером на Озоне и... Не знаю, если сейчас книги в магазинах, они продавались в сети «Читай город», «Республика», на Озоне, на Wildberries, во всех основных федеральных сетях. Но мы ждем следующего тиража,
когда точно уже можно будет приобрести свой экземпляр. Но у нас есть один, который можно подарить сегодня. И я уверена, что Артём Александрович сделает правильный выбор в плане того, кто станет обладателем этой бумажной книжки. Потому что мы планируем подарить ее за лучший вопрос, который мы сегодня... Вы извините. Который сегодня поступит к нашему выступлению. Так вот, закрыть бизнес или открыть бизнес. Я буквально коротко расскажу другие вещи, которые по-разному решали одинаково успешные предприниматели. Ну, например, Михаил Гончаров, основатель компании «Теремок», это сеть ресторанов формата «Fast Casual», очень распространена в Москве, Санкт-Петербурге, на юге, сотни точек, огромное количество сотрудников, там, оборота и так далее. Он говорит, ну вот если вы упали в болото, то чем быстрее вы двигаетесь, тем быстрее вы утонете. То есть всегда вот хаотично двигаться без проверки гипотез, начинать какие-то новые направления, если там судорожно искать какие-то новые варианты, то, возможно, будет гораздо хуже, чем вы просто там на полгода закройтесь и подождите, пока все наладится. И это одна из стратегий, да, один из вариантов, в том числе там, в ресторанном бизнесе. Он говорит, ну, как бы очень странно, когда рестораны начинают делать из себя магазины и поставлять продукты на полки. Ну, наверное, какую-то маленькую долю это может иметь смысл, чтобы сохранить занятость сотрудников, но в целом вот настолько серьезные изменения стратегии, это вряд ли будет перспективно. А кто-то говорит наоборот, что надо меняться, и как только вы почувствовали, что ваш бизнес не работает, что вы не вот с прошлым продуктом не вписываетесь в новую реальность, надо как можно быстрее отказываться даже от любимого детища, даже от такого какого-то, не знаю, эмоционально значимого для вас бизнеса, потому что начинается новая жизнь и новая реальность. А про офлайн и онлайн тоже есть разные мнения. Некоторые думают, что нужно идти в онлайн, некоторые думают, что реклама в социальных сетях, господи, да это же просто это становится не бизнес конкретного предпринимателя, а бизнес ВКонтакте или Инстаграма, который зарабатывает на рекламе. И это не очень долгосрочная стратегия, да. Точно так же по-разному люди относятся к маркетплейсам. Можно ли заработать на маркетплейсе, или нужно делать свою какую-то уютную мастерскую с понятными клиентами, которые вот любят и там ходят в магазинчик за углом, и так и будут всегда ходить, потому что там продаются особенные товары. Еще один момент, который касается цены, наверное, такая, знаете, самая дискуссионная тема из всех, которые у нас были, потому что многие предприниматели, ну и вообще есть такое ощущение, да, что покупательская способность падает, чтобы продолжать находить своих клиентов, нужно обязательно снижать цену, и многие из наших героев сборника рассказывали про то, что да, конечно, каждый кризис был для них таким вот поводом находить внутренние ресурсы для снижения цены, для того, чтобы сохранять вот объемы своих продаж. А, например, Рубен Арутюнян, президент Дома моды Хендерсон, который 25 лет создает модный бренд в России, сотни точек продаж в лучших торговых центрах, и, компания, которая была построена с нуля и теперь стала лидером своей ниши в России, он говорит, что никогда, ни в коем случае нельзя уходить из своей ценовой категории. Если вы снизите цену, вы попадете в другую вообще нишу, там есть другие конкуренты, возможно, это будет именно красная зона для вас, и, возможно, не только вы там потеряете 7-минутную прибыль, которая могла бы быть, что-то могло бы быть выгодно, но и не выполните обещания бренда. Если вы продаете дорогие модные костюмы
хорошего качества от вас такого же и ждут. Если начинаете снижать себестоимость, то вы обманываете покупателя, и это может иметь негативные долгосрочные последствия. Вот по его мнению, ни в коем случае нельзя не выполнять обещания бренда. И худшее, что можно сделать в кризис, это вот идти на поводу ситуации и снижать цену. Еще один важный момент, который я не могу не акцентировать внимание, про все делать сам или довериться профессионалам. Многие люди, основатели бизнеса, которые уже в какой-то момент, там, в 2019 году, все было хорошо, все шло по плану, они уже так как-то отошли от оперативного руководства, и они говорят, что нет, вот начался кризис, нужно собраться, нужно максимально мобилизоваться, взять все в свои руки, начинать снова заниматься оперативным управлением, подавать пример, быть таким во всех отношениях лидером для своей компании. Например, Михаил Гончаров говорит, что вот это худшее, что вы можете сделать, потому что мы все, ну, люди, которые создавали свой бизнес, которые вот по какому-то своему эмоциональному состоянию очень привязаны к своим продуктам, своим сервисам, своим партнерам. И это действительно эмоционально тяжело принимать правильные решения, когда они касаются закрытия бизнеса. Но, возможно, это хороший вариант для того, чтобы довериться профессионалам, чтобы люди со стороны, чтобы аналитики с таким рациональным подходом внешне могли дать правильный совет по поводу того, есть ли будущее вашего проекта в ближайшие годы, или нужно, или вот там вы сейчас эти производите, как когда-то в 40-х годах, логарифмические линейки, а уже начались калькуляторы. И да, у вас лучшие в мире логарифмические линейки, и вы их очень любите, и вы сделаете потрясающие линейки, наверное, там они являются достоянием производства, но уже есть калькуляторы, через 5 лет они никому будут не нужны. Иногда такое сложное решение помогает принять именно внешние люди со стороны, а не человек вовлеченный, тот, который создавал с нуля, тот, который вот всю душу вложил в свой бизнес. И ну, действительно там принять какое-то решение о закрытии, это какая-то сопротивление вызывает прямо внутреннее. А еще момент про то, что в чем мнения сошлись. И это намного более предсказуемо, чем история про то, насколько они были разные. Первые абсолютно все люди, которыми я разговаривала, которые читали свои мастер-классы, помогали участникам нашего проекта преодолеть кризис, рассказывали про то, что помогает то, что бизнес кризис не первый, и они уже знают, куда подселить соломку. Один из основателей компании издательства Alpina Publisher, которая уже больше 20 лет на рынке, компания, которая была создана с нуля четырьмя энтузиастами, которая является во многим направлениям лидером книжного рынка, деловой литературы. Вот Алексей Ильин, один из основателей, говорит, что это действительно очень тяжело для человека всегда держать в голове, что может быть хуже. Всегда думать о плохом сценарии и думать о подготовке к вот этому пессимистическому прогнозу. Но, по его мнению, это единственный вариант развивать устойчивую компанию. Да, мы все оптимисты, да, мы там все хотим хороших перспектив, и мы думаем про позитивный взгляд, который должен быть залогом успеха. Но вот, по мнению Алексея Ильина, важная история – это держать в голове негативный сценарий и постелить соломку, которая может помочь. Про диверсификацию тоже все говорят, про диверсификацию, про то, что разные направления бизнеса должны быть, и это многих спасает, но кого не спасает уже созданная диверсификация, те начинают ее делать сейчас, потому что, кажется, это единственная возможность устойчивого развития. Про обучение тоже говорили все и продолжают говорить. И вы знаете, я тут, пользуясь случаем, хочу выразить свое восхищение всем вам, слушателям этого вебинара, этой программы «Бизнес-наставники».
Потому что это действительно очень тяжело в каком-то там взрослом возрасте, не уже свой определенный опыт, не там свои практики и наработки, приходить в программу обучения и говорить, и думать, предполагать, что кто-то другой может знать, как устроить ваш бизнес лучше, чем вы. Это прям, я лично по себе знаю, что это очень такое сложное решение, это действует на нервы, это как-то так сложно принять. Но оказывается, что 100% успешных людей, успешных предпринимателей, лидеров, в частности, в нашем проекте, национальная премия «Бизнес-успех», они постоянно учатся и всегда говорят об этом. И многие из героев говорили о том, что потратили время карантина или вынужденной остановки работы на обучение. И мне кажется, что это очень, не только интересно поговорить с людьми, которые всегда учатся, можно что-то новое для себя понять, но это как жизненная стратегия предпринимателя, такой, знаете, один из самых универсальных советов. И разным бывает обучение, там можно там книжки читать, можно слушать, можно общаться с каком-то кругом единомышленников, и все это помогает не меньше, чем какие-то такие вещи, которые мы все привыкли, знаете, такие прям стандартные. Поиск возможностей. Я тут иногда рассказывала историю, которую я не могу забыть. За 10 лет премии «Бизнес-успех» мы знали, я слышала, десятки тысяч историй разных предпринимателей про разные свои бизнес-старты, кризисные ситуации, настоящая изнанка бизнеса, она же немножечко не очень парадная, да, там есть всегда разные варианты. Это вот история про предпринимателя из одного из регионов, который сделал ветеринарный препарат, заслуживший уже мировое признание, у них есть экспортные подставки, у них есть какие-то, кроме там защищенных интеллектуальных прав, довольно серьезные обороты компании, лидер в своей нише. И он рассказывал про свою историю на конкурсе, немножечко сокращенно. Например, он говорил, через 2 года мы зарегистрировали свой ветеринарный препарат. А я, как член президиума «Опоры России», занимаюсь общественной работой, часто присутствую на разных совещаниях Министерства экономического развития. Вот последние 4 года была экспертом по малому и среднему предпринимательству. Я немножко разбираюсь в теме, и зарегистрировать ветеринарный препарат – это прям занятие. Он говорит, это, конечно, была довольно сложная тема, мы 2 года регистрировали. Я его спрашиваю, как же вы, семья, еда, жилье. Я говорю, как вот вы эти 2 года, жили, пока вы регистрировали? Он говорит, нормально. Мы перепелок с женой на балконе разводили и на рынке продавали яйца перепелиные. Пока, занимались инновационным развитием и созданием инновационного препарата. Что касается поиска возможностей, я не могу эту историю забыть. Во-первых, про то, что у всех бывают разные времена. А во-вторых, про то, что иногда говорят, что там кризис – это время возможностей, имея в виду, что открылся золотой океан, да, может быть, нужно искать какие-то другие ресурсы, другие источники и, вообще разные. Да, верить в свой успех, но искать по таким более широким горизонтом. И про большие цели. Один из героев книги, Илья Чех, основатель компании «Моторика», они делают протезы, в основном детские протезы, тоже имеют и экспортные составляющие бизнеса, инновационные, и потрясающие предприниматели. Я им рассказываю, спрашиваю, как же, а где же кризис-то у вас был? Расскажите про кризис. Он говорит, что-то было. Там в Индию не поехали, закрыты границы, какие-то поставки сорвались, какие-то переговоры перенеслись на следующий год. Но вообще моя цель — на Марс полететь. Он киборгов делает, да, делать киборги и полететь на Марс. И, с точки зрения этой моей цели,
Ну, в этом году мы вышли в Индию, или в следующем году мы вышли в Индию. В общем, как бы, ну, не катастрофа. Поэтому так вот смотреть про немножко шире, чем конкретную историю, иногда бывает полезно. А еще раз напомню, что у нас есть возможность не только слушать в моем пересказе истории про антикризисных стратегий разных уважаемых, умнейших, мудрейших предпринимателей России, но и прочитать в оригинале их интервью, которые вошли в сборник антикризисных стратегий, для того, чтобы оперировать большим количеством инструментария. Одна книжка у нас есть сегодня за лучший вопрос, который можно задать Артему Александровичу Артемьеву, который не просто так здесь, а, ну, во-первых, успешный предприниматель, лидер премии «Бизнес-успех», во-вторых, один из 12 героев этого сборника. Я очень рада, что он согласился найти время в своем графике и рассказать про свой опыт разного преодоления, построения бизнеса и каких-то своих антикризисных стратегий. Мне кажется, что будет очень полезно не только послушать, но и задать вопросы по тому, как строить производственные компании. А что Артем Александрович думает про будущее? Что нас ждет на ближайшее время? Также Артем Александрович выберет лучший вопрос, который получит свою книжку. Немножко интерактива добавим в наш вебинар, чтобы разнообразить вам его прослушивание. Я остаюсь на связи, у меня есть Facebook, также есть контакты на сайте и телефон. Ну, в общем, продолжая делать национальную премию «Бизнес-успех», мы ищем героев малого бизнеса, которые могут рассказывать честно о своих настоящих реальных историях предпринимательства в России и делиться своим опытом с другими. Может, кому-то из вас будет это интересно. Премия «Бизнес-успех.рф». Ну и лидеры попадают традиционно уже за своим опытом в сборник, который мы ежегодно хотим делать таким вот, ну, знаете. Иногда мы делаем вебинар, иногда мы делаем там сообщение в Клабхаусе, а иногда мне кажется правильным сделать про предпринимателей книгу в бумажном твердом переплете в красивом издании, для того, чтобы все мы почувствовали, что это действительно, ну, важно, достойное признание, достойная история, и может быть полезно тем, кто начинает свой бизнес, да, но и тем, кто каждый день пользуется услугами, знаете, чего это стоит и сколько труда, сил, терпения требует занятия предпринимательством в России. И напоследок я хочу пожелать вам всем большого успеха, в том числе и бизнес-успеха. И, знаете, есть хорошие времена, есть плохие времена, да? Находить возможности в плохих временах и все-таки, чтобы были хорошие. Так, я готова попрощаться и передать слово Артему Александровичу. Артемьев, бренд «Уральская гиря», предприниматель, производственник, общественный деятель, человек, который может оказать гораздо больше. Вы с нами прощаетесь, насколько я понимаю. Но тут коллеги задали несколько вопросов непосредственно вам. Могу я их озвучить, либо в личной переписке, как коллеги с вами? Да, конечно, в личной переписке я могу ответить. Да. Все. Спасибо. Спасибо, Дарья Юрьевна, за столь вдохновенное выступление, да. И, конечно, ну, давайте все-таки добрый день, коллеги. Не совсем мы еще сегодня поздоровались. И благодарю организаторов этой конференции за то, что пригласили. Само по себе, конечно, большая честь для нас, для нашей компании «Уральская гиря». Я предприниматель с 94-го года. И вот мой путь, он так или иначе складывался вокруг перехода из одного бизнеса в другой. И вот Дарья Юрьевна говорила о диверсификации. На этом я подробнее остановлюсь. И в начале, еще со школьных лет я уже зарабатывал сам. В 10 классе я заработал на «Жигули», что тогда в советское, уже в постсоветское время было неплохо. Вот. А более-менее серьезный бизнес начался с 98-го года,
когда мы с супругой открыли спортивный магазин. Это был июнь. А вот в августе был уже известный кризис, который не все помнят, может, не все еще и в это время родились. Вот. Но тогда действительно мы взяли товар в долларах на реализацию, что-то купили, и потом вынуждены были долго эти деньги отдавать. Но вот тогда диверсификация нам помогла. Потом у нас был кризис 2008 года, потом 2014 года. И вот сейчас у нас 2020 год. И действительно, есть понимание, как через эти волны цунами проходить. Достаточно интересная метафора. И я постараюсь сейчас не то, чтобы рассказать о рецептах, да, в первую очередь рассказать о своем опыте. И, наверное, кому-то он покажется не только интересным, но и полезным. Но тут надо понимать, коллеги, какую вещь, что мой опыт, опыт нашей компании, это только наш опыт, который был применим в конкретной ситуации, в нашей финансовой, в кадровой, да, в управленческой и на конкретном рынке. И не все рецепты работают на всех рынках и с разным типом лидерства. И если говорить вот про хронологически, да, вести разговор, то с 2001 года я занимаюсь производством. Я в производстве, а мы открыли первый цех в 2001 году, производили диски для штанг и гантелей, потом у нас появились грифы, гири, потом выделилась отдельная марка, уральская гиря, это безусловные лидеры в Европе по производству гирь, и наши гири стали мировым стандартом, вот. Но, к сожалению, я не оказался столь прозорливым, как коллега, о котором говорила Дарья Юрьевна, из фарм-отрасли. Вот. Коллеги, а меня слышно? Нет? Вот. Да, все слышим, все. Да. Плюсик вижу. Эмилия, спасибо за плюсики. Вот. И оказалось не столь прозорливым. Видите, у меня даже какой-то такой психологический момент вот на этом. И нашу форму гири мы не зарегистрировали, теперь ее слезали все кто угодно. И расторопные китайцы, и благородные англичане, и деловые американцы. Все используют нашу форму. Фактически это вот новый мировой стандарт, мы это видим. Но мы двигаемся дальше, об этом чуть позже. И вот в 2008 году, как раз когда мы гири запустили, нам помогло то, что мы как раз в этот период вкладывались в новую технологию. Коллеги, кризис предсказать, наверное, можно. Есть такие провидцы, есть пророки. Но важнее быть самому готовым. И мы видим, что если брать пример и там проводить параллели между армией и бизнесом, то, понятное дело, там, в самой кризисной ситуации это битва, ну, допустим, для какого-то подразделения. Готовиться к ней с помощью учений, или там бывают подъемы по тревоге. Ничего не мешает вам самим, нам самим, как раз-таки время от времени проводить ревизию. И нам помогало тогда такое правило, и мы используем сейчас не всегда, но это очень полезно, когда какой-то проект, доходы считать в месячной перспективе, да, вот, ну, там, по месяцу разбивать, а расходы сразу годовые. То есть, когда какой-то расход добавляется, будь то новая кадровая единица или там, на какие-то услуги, то сразу считать по году. Очень полезная штука. И как раз в 2008 году нам помогло то, что у нас не было больших издержек, это раз. Мы переходили на новую технологию, которая обеспечила лучшее качество и лидерство на рынке именно по качеству. До этого наши гири точно были такие, что с некоторыми, вот я смотрел, да, и было желание, новые, которые получались, там были ограничения, было желание пойти и дойти к ближайшему озеру. Но вот зато теперь новые, они действительно великолепны, и мы фактически на рынке старейших конкурентов, которые работали с советского времени, вытеснили. И я поддерживаю Дарью, вот, ну, вернее, вот, коллегу из Хендерсона, да, в том, что цены снижать нельзя. Ну, вот просто нельзя, да, потому что это же, кроме того, что, ну, как какая-то точка равновесия, которая имела место быть, это еще и индикатор вашего самоуважения, да, уважения к своему продукту. И мы понимаем, что даже на психологическом уровне вы
когда начинаете снижать цены, либо это демпинг, и все начинают в эту игру играть. И потом за счет чего, с чего-то приходится это компенсировать. И, конечно, потом игра в то, что надо смотреть, как снижать расходы, она крайне тяжелая. И вот очень мне не нравится это делать. Это нужно делать постоянно, но не в том, не кризисно, да, и резать все по-живому, а в постоянной кропотливой работе, чтобы не допускать лишних издержек. Так вот, лучше, конечно, увеличивать ваши доходы. И поэтому, если про 98 год, про 2008 год, ну, пережили нормально. 14 год нам сыграл на пользу, потому что было временное затишье, но когда курс доллара подскочил, мы стали более конкурентоспособны на внутреннем рынке, да, потому что Китай какие-то товары-субституты позволял, непонятно из чего сделанные диски, но вот мы с ними конкурировали, и по гирям тоже. И потом был рост, то есть мы там вводили в строй новые площади, новые единицы оборудования. И что здесь важно? Очень здорово, когда вы видите план, ну, хотя бы в пятилетней перспективе, в среднесрочной. Понятное дело, что вот когда в 2008 году я заканчивал летом президентские курсы по подготовке управленческих кадров, и мне говорили, что вот у вас должен быть стратегический план хотя бы на 10 лет, а там уже цена на металл подскочила там, в два раза, что, кстати, в этом году мы тоже наблюдаем. Вот. Я об этом сказал преподавателю, и, понятное дело, приходится это корректировать. И тут мы сталкиваемся с дихотомией, да, с противоречием между оппортунизмом, ну, или с, наоборот, с тем, чтобы использовать оппортунистический подход, да, и подход стратегический. Поэтому, конечно, генеральную линию нужно иметь, но когда наступает, как наступает какой-то разрыв, наступает то, что вы не ожидали, нужно быстро уметь перестроиться и действительно использовать эти возможности. И кризис — это правда время возможностей, но сразу нужно уточнять, каких. То есть это возможность для перестройки, это, ну, удобный повод не только для того, чтобы там, продать компанию, ну, так, ну, о такой стратегии Дарья Юрьевна говорила, но и для того, чтобы посмотреть, если ты остановился. Очень здорово, знаете, как когда вы смотрите фильм, там все в динамике, когда вы сделали стоп-кадр, вы можете детально разглядеть, что на этом кадре у вас есть. То есть посмотреть картинку в деталях, досконально проанализировать это. Так и с бизнесом. И действительно, мы всегда старались использовать по максимуму, но действия нужно предпринимать быстро. Одно из моих любимых выражений, что сила важна, но скорость важнее силы, а точность важнее скорости. Вот второе, то, что нужно делать точно. И если говорить о прошлом годе, вот как показательном, да, то мы воспользовались вот этим локдауном, потому что нехарактерная ситуация, такого, чтобы нам запрещали работать, раньше не было никогда. Ну, просто не было. Да. Было там то, что падал спрос, были какие-то другие явления. Но останавливали производство? Никогда не останавливали. И нам повезло, то, что в Челябинской области экономический блок провел полную адекватность и поддерживал бизнес. И блокировки жесткой не было. Но мы уже приготовились шить маски, потому что разрешалось работать предприятиям, которые шьют маски и защитные средства. И для того, чтобы работать, мы уже эти варианты просмотрели. Вот. А потом, в принципе, если говорить вот о предприятии, которое входит в наше партнерство, то предприятие РТИ, которое производит гири и штанги с гантелями, оно вышло в плюс по прошлому году. Почему? Потому что в крупных городах и в Москве в первую очередь, там, где фитнес был закрыт, приверженцы фитнеса, здорового образа жизни все равно не хотели отказываться от привычки заниматься спортом. И спрос на гантели и на гири вырос. Здесь столкнулись с другой проблемой, с тем, что нехватка кадров, и люди там также увеличили пособия по безработице, и люди просто не хотели идти работать, потому что можно было совершенно спокойно там получать сумму около 15 тысяч, некоторые было, чем, ну, там, работать, примерно, за 25-30.
Вот. И тем не менее эти проблемы решать. Поэтому, если говорить о каких-то точных рецептах, да, о концепции, то важна вот скорость и точность, и очень важна коммуникация с командой. И очень важна честность. Не нужно не договаривать, да, не нужно строить каких-то там, давать напрасных обещаний. Именно взрослый подход на то, что все вокруг работают транзакции взрослый-взрослый, и команда способна генерировать решения, воплощать их, нести за них ответственность. Конечно, мы, когда вот этот локдаун произошел, мы ударились в учебу. Ну, очень большое время уделили обучению, проводили онлайн-семинары для себя, собирались, и это пошло нам на пользу. Ну, для отдела продаж это точно. Для отдела продаж это была перезагрузка, и они технически очень здорово прокачались. И если говорить дальше про другие продукты, то, конечно, мы видели, что есть тренд на занятия дома, и многие стартапы в области фитнеса мировые выстрелили. Здесь у нас было это оборудование, но адаптировались мы все-таки через установку уличных площадок. Мы здесь лидеры по ассортименту, по площадкам. Вот компания Red King, у нас владельцем которой я являюсь, производит спортивные площадки для занятия на открытом воздухе. И мы лидеры по ассортименту, и здесь вот наше предложение, оно как раз таки было антиковидное, но оно по определению антиковидное, потому что, занимаясь на тренажерах, там дистанция больше 1,5 метра по определению на улице. И мы видели, что даже во времена карантина и запрета люди на тренажерах все равно занимались. И я специально ходил, смотрел, вот, и даже сотрудники патруля проходили мимо, и людей оттуда не выгоняли. То есть проявление человечности во всем. И здесь таким образом мы тоже поработали нормально. То есть вот это наш опыт. Если говорить про онлайн-инструменты, которые вот с нами всегда остаются, мы сейчас видим такую комбинаторику. И очень важно, что вот для каждого предпринимателя, ну, я говорю про свой взгляд на вещи, я говорю про свой опыт. И я как не только как предприниматель, да, но и там, вице-президент «Опор России», представитель Челябинского отделения, я много вижу бизнес-историй и могу делать выводы. Но, к сожалению, там я не так это делаю блестяще, как Дарья Юрьевна, да, и так системно, но вот точно могу сказать, что выживают не только те, у кого больше всего ресурсов, там, материального, финансовых, да, или там производственных каких-то мощностей, а выживают те, у кого лучше настрой. То есть реально на настрое, на эмоциональном состоянии лидер может вывести. И вот падать духом никак нельзя. И важно не только то, что говорит лидер, там, ну, мы понимаем это, но и то, как он говорит и как себя ведет. То есть и важны большие степени действия, а не слова. И поэтому падать духом, покуда ты все не потерял, ты не потерял ничего. То есть вот точно тут нужно идти последовательно и свою линию гнуть. Но про диверсификацию я бы к этому подходил осторожно. Потому что вот про рестораны Дарья Юрьевна говорила, что некоторые поставляют еду в магазинах, и коллеги к этому относятся по-разному. У меня есть пример, я его приводил как-то вот уже на одном из выступлений по интернету. Это мой товарищ, крупный ресторатор. Они диверсифицировались, и сейчас у них фактически новая модель. Если раньше они продавали время в этих ресторанах, то есть он говорит, мы продаем время, люди приходят не только поесть, но и хорошо время провести. Потом они не смогли из-за локдауна. Теперь они продают праздник. То есть они не то, что доставили через кого-то еду в контейнерах и уехали, они делают это с... Это делают их официанты, это делается с какой-то программой, и они обеспечивают праздники и банкеты, и здесь эта модель тоже позволила им успешно зарабатывать. Это вот одна история, но другой момент, что если вы выходите на новый рынок, и это требует от вас там не только анализа по маркетингу, да, рынка, смотреть поле конкурентов,
Но иногда, работа на других рынках требует других подходов к бизнесу. Сама идея, чтобы воплотиться, она потребует от вас, если угодно, изменить генетики организации. Да, если у вас там раньше она была не такой структурированной, вот, и персонифицированной, там регламентов было немного, то затем то вам потребуется, к примеру, это все внедрять. И надо же тут очень четко понимать, у вас лично, как у предпринимателя, хватит ли энергии это сделать? Вам ли это близко, потому что вам придется тоже адаптироваться. И вот здесь нужно соотнести свои силы с этим стратегическим шагом, тактическим шагом. И точно понять, вытянете вы или не вытянете. И вот к вопросу о ресурсах, мы говорим про эмоциональные ресурсы, а физические, выносливость, это тоже мы понимаем, что не менее важно, да, вот, быть в форме. То есть в форме нужно быть всегда. И готовиться к кризису нужно всегда. Это нормальная история. То есть то, что там 7 годов тучных, 7 годов тощих, эта история не про нас. Мы не знаем, когда он следующий будет. Там все ждали второй волны локдауна. Мы тоже на себе это чувствовали. Вот. А сейчас важно вот именно вкладываться в управленческие технологии, быть готовым к изменениям, да, и запускать новые проекты быстро. Да. У нас совсем мало времени осталось до конца встречи. А я закончил, собственно, да? Да, просто хотелось бы озвучить вопросы коллег. Очень много их, и Дарья в том числе. Надеюсь, мы справимся. Давайте по порядку. Хотелось бы, это вопрос Елены Емиковой. Хотелось бы услышать про тренды в будущем для бизнеса. Какие ниши будут востребованы, в каком формате, экологичность и социальное дистанцирование, как будет влиять на бизнес будущего? Ну, вы уже об этом сказали коротко, про свой бизнес, ну, в целом. Смотрите, мы видим, что так или иначе мы уже немного стали киборгами. Вот, и я имею в виду мобильный телефон, да, то есть он постоянно с нами, мы уже к нему привязаны. То есть у кого-то есть эмоциональная зависимость. И все, что связано с... Я буду говорить о том, что я вижу, да, что вижу, что пою, там, свои сегменты рынка, да, что все, что связано со здоровым долголетием, с, опять-таки, поддержанием здоровья, вот мы говорили про экологичность, да, с экотренды все поддерживаются, будут расти. И все, что помогает улучшать качество жизни, вот, в разных условиях, это все в тренде. И понятное дело, что мобильный телефон, коммуникация позволяет выстроить, как средство коммуникации, позволяет выстроить с клиентом нормальную, прямую, быструю обратную связь. И вот накопление больших данных, это вот, это будущее. Поэтому подробно я не отвечу сейчас. Мы проводили специальный семинар во время нашего обучения, да, приглашали Алексея Комарова, профессора Сколково, где я учился. Мы как раз вот эту историю про био, вот все эти проекты, вот все, это все разбирали. Если интересно, я потом, если найду ссылку на семинар, я это скину. Да, обязательно. Вопрос с Фейсбука. Как вы выходили из ситуации нехватки кадров, увеличивали нагрузку на оставшийся персонал или искали новых? Очень хороший вопрос. Искали новых всегда. Это благоприятная ситуация для того, чтобы вам заниматься производительностью труда. То есть, когда мы привыкли, я по себе это знаю, я умею управлять производством, да, когда ты там управляешь, у тебя взгляд замыливается, и ты многие потери не видишь. А здесь очень хорошая штука, ты остановился, смотришь, где вы теряете, где карту потока создания ценности создаешь, там, даже в самом упрощенном виде, что смотришь, где узкие места, расшиваешь их и двигаешься вперед. То есть это позволило нам увеличить производительность, и выработку. Мы выработку измеряем. Вот, это очень хорошая штука, которая потом позволила в итоге и зарплаты тоже всем повысить. Да, от того же человека вопрос. В какой пропорции у вас подушка безопасности? А что мы относим к подушке безопасности? Сложно. Наверное, имеется в виду оборотные средства.
Давайте я тогда следующий вопрос задам. Как вы... Я попрошу, пожалуйста, уточните, вот, ну, на связи, коллеги, да, уточните, что вы имеете в виду подушкой, да? Комментарий в Facebook. Давайте следующий вопрос от того же человека. Как вы увеличиваете доходы сейчас, когда платежеспособность населения очень низкая? Если говорить о увеличении доходов, то это постоянный вывод на рынок новых товаров, вот, и работа с тем, чтобы, ну, вот с той же выработкой, да, увеличивать производительность, если говорим о старых продуктах. Ну, у нас в разработке несколько новых проектов, которые мы выводим постоянно, то есть это новые генераторы, там, доход. Некоторые, конечно, там являются из них, вот, по известной классификации, там, ну, недойными коровами, там, собаками, вот, но их нужно убивать, вот. Поэтому вот новые проекты плюс работа над производительностью, эффективностью. Следующий вопрос, Татьяна Куликова. Артем, расскажите про уличные площадки поподробнее, пожалуйста. Вас пригласили как исполнителя или ваша команда сама создала этот продукт? На последний, да, то как пришла идея, как тестировали идею? Мы так или иначе уличные тренажеры производили давно, с 2000, наверное, 2013 года, вот, когда заказы у нас появились. А в последнее время выделялись деньги на... По нас проекту «Демография» на уличной площадке. То есть это GR, и там мы делали по техзаданию. Вот. Ну и кроме того, есть у нас своя уникальная линейка, которую мы тоже продвигаем. Поэтому и так, то есть был заказ и была наша инициатива. Но тут важна история, что там мы лидеры по производственной цепочке, то есть по количеству технологий у нас их больше всех, чем... Ну, в сравнении с нашими конкурентами. Поэтому мы многие вещи делаем, которые другие делать не могут. Вот. И, ну, тут лидерство по продукту. И это такой, ну, уличные площадки интересный тренд, который и в Европе, в частности, да, поддерживается. Я был на выставке перед ковидом как раз. Вот. И тут у нас есть пара уникальных идей, которые мы сейчас патентуем и как раз вводим на рынок вот в этом сезоне. Поэтому тут тема с широким простором для творчества. И вот по сравнению с гирями, с гантелями, она мне больше нравится, потому что здесь простора для улучшения продуктов гораздо больше и количество пользователей больше. Если ты гирю дома поставил, она вот у тебя стоит. Ну, кто-то придет, вот, позанимается. А уличная площадка – это радость, это коммуникация между людьми. И это действительно эффективное вложение там, денег или для муниципалитета, там, или даже для дворовой площадки для людей. Поэтому вот так мы пришли, так, что, вот то, что мы сейчас делаем. А идею тестируем. Ну, есть у нас площадки, есть фокус-группа, где мы это делаем. Это, ну, это уже так, не по продуктам конкретно. Да, несколько вопросов про, ну, актуальных в ковид по объединению офлайна и онлайна. Как работаете с онлайном, увеличились ли продажи? Смотрите, продукт специфический. Ну, если про разные продукты мы говорим... Для них разные каналы. Если про площадки, то все-таки это некоторые заказывают себе через онлайн, вот, и там, допустим, для дач, там, для домов. Вот, если говорим про гири, гантели, то это тоже офлайн, но в основном все-таки это реализация через магазины, через такие же интернет-магазины, то есть не напрямую продажа клиенту, но конечному покупателю. Понятно. Насколько глубока ваша вовлеченность в производство сейчас? Какую роль вы себе отводите в бизнесе? Я сейчас в основном развиваю проект Iron King. Вовлечен ли я в него? Да. Вот. Ну, там общественная работа занимает достаточно много времени еще. Вот. И да, я хотелось бы видеть себя. Вот есть там известная схема, где там роль владельца, предпринимателя, инвестора, организатора, да, она между, видите, все роли разделены, постоянно предприниматель между этими ролями мечется. Вот, хотелось бы, конечно, быть в роли предпринимателя, чтобы смотреть там, на новые рынки, да, видеть вот, перспективы и заниматься только этим. Но все-таки большое место я отвожу новым технологиям для себя, да, чтобы смотреть, какие технологии, покупать новое оборудование и наращивать эти компетенции у себя, чтобы мы владели тем, что нам обеспечит там, точность изготовления, да, преимущество продукта.
И, конечно, работа с развитием производства. Вот, если говорить про оперативное управление производством, вот есть же там освежение, там выполнение заданий и прочие вещи, то тут в меньшей степени больше маркетинг и больше вот стратегическое развитие производства. Это да. Угу. Артем Александрович, подскажите, пожалуйста, как и где у вас в компании применяется наставничество? Спасибо. По-разному. Смотрите, если мы говорим о разных должностях, то, ну, к примеру, если мы говорим про продажи, то тут, конечно, нужно ознакомиться с человеком, который в продажах работает, ознакомиться с продуктом, с пониманием, ну, кто на рынке как работает, да, понимать сам продукт, технологию производства. Здесь помогают, ну, помогает простой план адаптации. То есть, если мы говорим о сотруднике, там, за две недели он должен, ему должны показать разные люди, разные вещи, да, разные процессы, и чтобы у него возникло понимание. И поэтому наставничество, ну вот в том глубоком смысле, что у каждого есть свой наставник, оно работает, ну, в такой, идет каскадирование, да, если те коллеги, которые в моем прямом подчинении, то я им что-то подсказываю и смотрю на те зоны, которые требуют развития, здесь им говорю. Вот, они, соответственно, работают со своими, вот, но также по горизонтали меняются по участкам люди и осваивают разные специальности, и им коллеги тоже помогают. У нас есть визуальная там схема, она достаточно простая. Там есть график таблиц компетенций сотрудников. И понятно, что самые компетентные, вот, они как раз могут наставниками выступать, что они и делают. Ну, то есть это такой процесс, который достаточно широко везде описан. Ничего уникального у нас в этом смысле нет, но уникальные люди, и многие из них действительно являются такими не только людьми, которые знают и умеют, но и людьми, которые могут еще и передать эти знания. Таких тоже немного. Не все это любят делать, к сожалению. Да, пожалуй, соглашусь. Вот вопрос от Ширьяна Сидметова. Насколько преобладает мнение, что необходимо все-таки использовать все ресурсы, пусть даже дорогие, возможно, не совсем правильные, но только чтобы сохранить компанию, или же при нахождении в точке невозврата уже не барахтаться? Хотя история про молоко и мышей ведь актуальна. Это и вопрос Дарья был, но мы его отбивали. Ну, в каждом конкретном случае нужно смотреть отдельно. То есть, если у вас рынок, на котором вы доедаете, ну вот реально, да, ну, пример с логарифмическими линейками показателем, ну, смысл вам бросать все ресурсы на продажу логарифмических линеек. Вот самое время остановиться и посмотреть в другую сторону. Вот, и в любом случае, я не считаю, что даже потеря всех ресурсов, даже если у вас ни рубля не осталось, что это там крах, и, ну, это вы выходите из бизнеса, все. Вы больше не предприниматель. Нет, то есть история предпринимательства, она же всегда начинается от нуля, да, там. Мы понимаем, что инициатива ваша может все. Что вы, если вы захотите, вы привлечете столько денег, сколько вам нужно, вы разовьете новые направления, и поэтому ресурсы уж вы точно найдете. При условии, что у вас будет крепкое здоровье, что вас будут поддерживать окружающие, вы сами будете вот верить в то, что делаете, ваша идея вас увлекает. Вот это вот основное, чтобы идеи горели. Вот это главный, самый главный ресурс. А финансы можно найти. То есть, когда я начинал, это вот там же вообще было тяжело. Я помню, каких там усилий стоило первый кредит получить. Вот, и там денег не давали. Брал там в рост эти деньги, да, там у таких интересных людей. Вот, и работал вот так, когда в условиях постоянно там нехватки. Сейчас с этим проще. И, ну, поэтому надо смотреть по ситуации, но самое главное, не теряйте веру в себя, и вот это основной ваш ресурс. Да, последние два вопроса. Что дает статус социального предпринимателя? Не знаю. Я, вот, ну, я считаю, что любой бизнес социальный, вот, если у вас там один сотрудник работает, ну, и вы уже берете ответственность за него на себя, это уже социальный бизнес. Поэтому у нас, конечно, есть закон там о социальном предпринимательстве, вопрос, наверное, об этом. Но это тогда нужно посмотреть в законе и о тех инструментах, которые, ну, и действительно используются для того, чтобы этим предпринимателям поддержку оказать. Это не моя тема. У нас есть в опоре России люди, которые этим занимаются.
Вот, если в плане закона, вам подробнее вот от, ну, ответить специалист, я не специалист. Да, и вопросы, думаю, вам, как раз членам Пор России, есть ли какая-то помощь для пострадавших отраслей в виде обучения? Я думаю, и не только в виде обучения есть какая-то помощь. Хорошо, если бы был портал, где бы, например, рекомендации, направления, куда лучше пойти учиться. Так как каждый сейчас учитель, и очень жаль тратить время нерационально. Я не вижу в этом смысла. Вот, ну, на мой взгляд, да. Вот, когда вам рекомендуют, куда пойти учиться, вы отучились и не на того, оказалось, что все изменилось. Кому претензии будете предъявлять? Вот, смотрите сами, рынок обучения, мы же видим, насколько он вырос, да, вот мы видим, что, ну, пожалуйста, любые знания в онлайне ты можешь получить, многие из них бесплатно, и вот смотрите, осматривайтесь и учитесь, но я думаю, что учиться, ну, вот, точно можно там таким вещам, как логике, критическому мышлению, изучать языки, все, что вас развивает, оно же позволяет вам и определенные фильтры, да, то есть видеть мир шире и видеть бизнес-возможности те, которые другие не увидят. Вот это важно. Поэтому портал, про порталы все-таки отвечу. Есть региональные центры «Мой бизнес», в каждом регионе они есть, вот, и они проводят обучение, в том числе там много разных сфер, где вы можете найти что-то для вас интересное. И вот у нас очень крутой проект реализовало наше Челябинское отделение «Опор России. Битва за бизнес», где прокачивали предпринимателей, брали их бизнес, и эксперты, сами действующие предприниматели, не теоретики, не те, кто там вас учит зарабатывать на бирже, да, при этом сами почему-то не на Rolls-Royce приезжают, вот, а на ну, обычных автомобилях, но при этом вас учат зарабатывать миллионы. То есть предприниматели, которые действительно умеют, они вас учили. Вот у нас был такой крутой проект. Уверен, что в любых регионах можно что-то подобное найти. Поэтому такой совет, обращайтесь или в местное отделение «Опоры России», или вот в центр «Мой бизнес». Да, и напоследок, наверное, три каких-то совета нашим предпринимателям сегодня, вот в это время, сейчас постковидное или ковидное, не знаю, как его назвать. Ну, первый совет – читайте книги. Конечно, можно начать с книги Дарьи Сунцовой, там советов много, и там как раз правильные стратегии. Ну, вообще, читайте книги, образовывайтесь, вкладывайте в себя. А второй совет – будьте в ресурсе, следите за своим здоровьем, своим самочувствием, своим эмоциональным состоянием. Вот. И третий совет – бизнес – это еще не вся жизнь. И подумайте, может быть, ну, ваша цель там или денег заработать, или все-таки счастливым быть. Иногда эти цели, которые противоречат друг другу. Вот. И я читал просто историю в какой-то из книг, что предприниматель, который развивал сеть, наверное, там были рестораны или магазины, не помню. Ну вот он все время ставил, что у нас должно быть там 30 аптек, там, к примеру, да, там 60 за год. А потом он поставил цель измерять то, насколько довольны клиенты, и то, насколько счастливы сотрудники. Вот. И получилось так, что они эту цель достигли, даже вот, не держа ее в фокусе. Поэтому по-разному можно подходить. Но вот прерываетесь. Да. Сейчас слышно? Да, сейчас слышно, но картинка как-то рябит. Напоследок давайте выберем вопрос, который вам как-то запомнил. Алло. Алло, слышите меня? Да. Напоследок предлагаю выбрать вопрос, который, может, как-то запомнился или понравился, чтобы мы человеку подарили замечательную книгу. Ну, все вопросы классные, коллеги. Вот, спасибо вам большое за них. Вот, и если говорить про такой, который там злободневный для меня, как для предпринимателя, вот, ну, то, наверное, это про вовлеченность в бизнес, да, и вот про то, насколько я, ну, как он занимается. То есть это вот видно, что такой очень важный вопрос для человека, который тоже этим озабочен. Вот. Ну, пускай будет он, потому что, коллеги, но это очень тяжелая миссия. Дарья Юрьевна меня ее перекинула. Вот, это всегда, ну, история только с одним победившим. Вот, давайте мы поступим так. Вот у меня есть вот такие замечательные пластиковые гири. Вот она упаковка, я специально не до конца распаковал. Найдите меня в Инстаграме, все, кто вопросы задавал. Напишите, какой у вас был вопрос. Я каждому гирю такое отправлю.
ее можно потом наполнить наполнителем, его вес отрегулировать. Поэтому, да, все-таки мне хочется, чтобы без приза никто не ушел. А можете еще раз показать? Будем запечатлеем. Да. Ага. Все супер. Так что в Инстаграме пишите мне, пишите ваш адрес. Артем Опора в Инстаграме. Я сейчас, наверное, в чат нужно, да? Вот. Я ссылочник. Это вот так можно в Инстаграме найти. Вот, поэтому спасибо всем за вопросы. Так что вы видите, коллеги, что да, стесняться не нужно. Нужно идти вперед. Всем хорошего настроя и интересных новых проектов и веры в себя. Коллеги, до свидания. До свидания.